Мароша принесла мышь. Она меня довела, еще было темно, она уже просилась на улицу изо всех сил, я ее выпустила. Потому что там все замело, метель, снега много, как бы далеко Мароша не ушла, ушла до птичьей кафешки, принесла оттуда мышь, на этот раз вот такую с черной полоской. Живую, в дом. Теперь сидит, развлекается. Да, кошка? Я буду тебя дружить, выходи. Отстань от нее. Здрасте. Чё? Да? Кажется, кому-то сегодня снег чистить опять. Или не чистить? Потому что он не собирает заканчиваться. Да, Кубик? Привет. Где сова наша? А, вон сидит на бревне. Что? Подожди секунду. Сейчас я проверю, как тут все. Так, ладно, стой. Куб, сидеть. Сидеть. Надо выучить команду не суетиться. Иди гуляй. Не туда. Куб! Ну, мне, конечно, все равно туда идти сейчас разгребать кормушку, но... Ах, ладно. Пойдем. Оттуда Мароша уже принесла мышь просто. Я ее еще в темноте выпустила. Так, вот ты что там делаешь? Кто тебе разрешил? Подлец. Взял, писает мне на клумбу. А? Все, все, замело. Сейчас птиченьки разгребем. Что делать? Вон сидят клиенты, ждут. Ты покушал там? Иди, заходи. Я тоже зайду. Что? Ночевал он тут? Видимо, никуда не уходил. Или пришел утром, не знаю. Ну, в общем, я пришла в 9. Здесь был. Ты доел? Иди, заходи, у тебя полная миска, кис. Да. Давай, давай. Я туда внутрь зайду. Кс-кс-кс. Да. Чего ты стесняешься? Заходи, еда есть. Кс-кс-кс. Заходи. Миска вон стоит. Давай. Ну ладно, я закрываю дверь. Заходи. Очень стеснительный кот, да? Заходи, заходи. Давай. Пусть заходит и ест. Сидит сова, недовольная тем, что я тут копаю, хожу. А я хожу, копаю. Бесполезное занятие. Снег до завтра. Точнее, снег в ближайшую неделю не закончится. Но я хоть тропиночки узенькие прокапываю, чтобы не притаптывать этот снег. И потом Артем ротором приедет и берет. Вот. Тебя занесло тоже? Тебе, может, тоже почистить, Ёль? Еще и ветер. А ветер это, конечно, самое такое неприятное зимой. Всех заносят, да, Кубик? Кажется, кто-то хочет завтракать, а я еще не иду. А потому что я еще дорогу себе не прокопала. Кстати, Пуаро опять пропал. Ну, то есть я его уже позвала кушать. Он не стал есть. То есть он зашел в бытовку, посидел. Потом вместе со мной вышел, я оставила ему открытую дверь, там миска с кормом, с мягким. Он сидел внизу, ему даже кусочек мяса кинул, он его не съел. А, видимо, он съел много вчера вечером и еще не проголодался. И сейчас его нет, то есть он не отзывается, я не знаю, где он. При этом вокруг бытовки следов тоже нет. Но сейчас все очень быстро заметает, мои следы там уже тоже замело. Я не знаю, где он. Может, он куда-то спрятался, просто сидит. В общем, такое загадочное животное.
И это тоже сейчас загадочное животное. От слова гадить. Да? Обгадочное. Гулять просится опять. Как же так, снег идет, а он не гуляет. Нет, мне надо сначала все почистить. Котик! Кот! Ты тут? А чё ты ничего не ел? А ты спал! Вот он что-то делал. И не стал есть. Да? У тебя там тепло и хорошо. Да? Кот, ничего себе, у тебя лицо широкое. Мяу. Ты точно есть не хочешь? Я же тебе тут корма мягкого положила, а ты его не съел. Ой. Ой. Кот, сколько у нас? 5 градусов внутри стоит. Иди-ка сюда. Будешь? Да, иди спускайся, мяу. Пока не замерзла, а то потом это... Да. Не уходи. Точнее, наверх не уходи. Все. Иди кушай. Я отхожу. Почистила все тропинки. Ну как? Я почистила в одну ширину лопаты, а не по всей ширине. Снег не прекращается у нас. И не собирается прекращаться, поэтому смысла нет чистить все чисто. Главное, чтобы ходить и не приминать. Котик! Иди кушай. Кс-кс-кс-кс. Иди сюда. Кс-кс-кс. Где ты там, кот? Сидит вон. Иди, кушай. Куда тебе? Ну, сам придешь, в общем. Если замерзнет, то уже все. Сухой не сыплю, потому что там мокро лежит. Сухой в него влипнет. Вот, а так? Да иди ешь, чего ты мяу. Скажи, сняли меня сверху, я там спал. Да? Вот, значит, он это спал, молчал, не отзывался. Что, иди кушай. Ладно, я пошла домой. Сейчас уже 11:30, а я вышла в 9:30. Домой еще не заходила. Ну и не завтракала. Вот. Так что надо пойти что-нибудь съесть. Ветер еще не очень. Ну, сегодня, может, не знаю, вытащить елку в снегу, пофотографировать, чтобы ее замело всю. Вот. Хотя на улицу в такую погоду не хочется выходить. Да?